Всем привет, с вами Вероника, и сегодня я снимаю вторую часть моей рисунки на окнах. И вот я уже написала с новым 2016 годом, и сейчас я буду рисовать зайца. И вот здесь будет мой заяц. На самом деле зайца я рисую в первый раз на окне, так что я даже не знаю, как это можно начать. Как-то... Ну, не знаю, это типа голова. Я разрисовала эту голову, и сейчас я буду рисовать типа уши. Блин, у меня краска заканчивается. Я не знаю, как рисовать уши. Это не ухо. Это ноги. Что за... Черт. Йоу. А что, мне нравится, это башка зайца. И вот я раскрасила эти ушки. Хей. Да, сейчас самое сложное, я буду рисовать туловище этого зайца. Хотя не знаю, как рисовать туловище зайца. О боже! Это похоже на какого-то слонопотама. У нас сейчас такой снег сильно идет. Ну, вам не видно, может быть? Мне видно. И вот я разрисовала зайца. Сейчас я буду рисовать его, как бы, глаза. Только я не знаю, как они выглядят. Какая краска нужна? И вот я беру черную краску и пробую рисовать глаза. Ненавижу рисовать глаза. Еще и у зайца. Как ролик какой-то. Не зайца. Он танцует. Видите? Он танцует. Он проклят. Ты проклят. Я проклят. Блин. Это не та рифма. Ну, да. Вот, короче, ребят, я стерла зайца и решила нарисовать веточку. Вот, короче, у меня получилась такая веточка. И, ребят, прошу вас, не надо меня в комментариях обсуждать. Что это? Это даже не похоже. Боже, позор. Не надо, прошу. Я не художник и рисовать не очень умею. Так что не надо меня обсуждать. И, короче, вот еще одна веточка. И вот, ребят, моя картина. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. А если нет, то вниз. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И ссылка на мою страничку ВКонтакте будет внизу в описании. Всем пока-пока!